Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем путешествовать по миру на грузовике и выживать в игре под названием Truck Mechanic. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите... Итак, друзья, вот мы. Эй, Барт, при доставке инструментов в шахту провери, работает ли дренажный насос. И охранник приболел, и больше некому взглянуть. Окей. А как я войду в шахту? Расслабься, у нас есть код замка. Это 0303. Угу. Попробую запомнить. Отлично, взгляну после разгрузки. Насос находится в нижней части шахты, поэтому нужно спуститься вниз на грузовом лифте. Если неисправен насос, должно помочь обычное выключить и снова включить. Хорошо, я попробую. А не слишком ли я увлекся? Что это было? Ничего. Спасибо за помощь. Итак, друзья, вот мы едем. Вот он, наш какой-то старенький ЗИЛ. И в этом мире он, разумеется, будет ломаться. С ним будет происходить всякое. Его, как я понимаю, можно будет прокачивать, менять там запчасти, ремонтировать движок и так далее. Ну, машина выглядит весьма себе колоритно. Даже у нас есть какой-то груз, который мы куда-то везем. Вот какие-то коробки. Это шахтные припасы. Шахтные? Шахтные, прикольно. Так, и есть доски. Я так понимаю, эти доски нужны будут специально для того, чтобы доставать наш грузовик. Если вдруг он где-то увязнет, можно будет подложить под колеса, например. Ну и тогда грузовик сможет двигаться по бездорожью. Ладно, давайте запрыгивать внутрь. Снимаем с ручника и просто в путь. Так, у нас сейчас коробка включена М, механическая. Давайте переключимся на автомат. Отлично. Так, и ехать нам нужно вот туда, по этой местности, по каким-то горам, лесам. И это больше похоже на какую-то Северную Америку, если честно. Откуда там ЗИЛ? Не совсем понятно. Так, давайте на карту посмотрим. Мы находимся, получается, тут. Место для рыбалки. А ехать нам нужно куда? А ехать нам нужно сюда, через полмира. Смотрите, выбрал я какую-то проселочную дорогу маленькую. Но, в принципе, поедем по ней, повернем потом направо, и все будет окей. Пейзажи красивые, друзья. Озеро огромное, прям симпатичное. А вон вышка какая-то, возможно, туда нам и нужно. Но пока не доедем, не узнаем. Разгоняется, кстати, по бездорожью наш агрегат, ну, крайне быстро. До 60... А, не, подожди, 50 километров это максимум, да? Видимо, из-за того, что мы в горку едем. Сейчас 3500 оборотов. Передачи то дело и переключаются. Может, со временем даже я начну пользоваться механикой. Хотя я не сильно люблю механическую коробку. О, она слишком... Тихо, не переворачивайся. Слишком сложная, друзья. Так, основные задачи. Доставить груз, проверить насос в шахте. Можно будет зарабатывать опыт, прокачиваться. Денежки я тоже вижу. А, заплатите мне денежек сейчас. Ой, смотрите, тут какое-то... Это что-то... Подожди. Тормози. Что-то разрушенное. Похоже на какой-то микроавтобус старый. Практически бесформенный. Да, это какой-то Volkswagen старинный. Что внутри у нас? Что это? Дайте посмотреть. А как это взять? Прикольно. Какие бы кнопки я ни нажимал, левая, правая кнопка мыши, F, E, ну, привычные, да, кнопки для того, чтобы подбирать. Не получается, может быть, нам это пока и не нужно. Ладно, погнали к нашему грузовику. Все-таки груз простаивается, а время это деньги. Чем быстрее доставим, тем лучше. Все, сняли с ручника и снова в путь. И еще можно сменить камеру. Стоп, погоди, а че? Черт, что теперь делать? Машина сломалась. Я должен выйти и посмотреть, что случилось. Тут инвертированная камера. Как в авиасимуляторах. Вверх это вниз, а вниз это вверх. Зачем это сделано, непонятно. Ну-ка. Полазил в настройках и тоже ничего не нашел, чтобы позволило инвертировать обратно. Странно, здесь все окей, как бы. Зачем такое делать внутри? Ладно, нужно починить грузовик, он сломался. Так, включить режим механика, взаимодействуя с двигателем. Как это сделать? А как это сделать? Так, теперь можно поискать неисправность. Выглядит стареньким. Разумеется, собранные детали. Ну, у них у всех, смотрите, зеленая полоска заполнена. Наверное, они все исправные. Аккумулятор вроде бы тоже. А, инспекция на F. Так, что это за деталь вообще? И колесо.
Что я должен теперь с этим сделать? Как это поменять? Так. Установить. Отвод. У нас с отводом проблема. А как его поменять? Включить режим демонтаж штаб. А, вот, все, понял. Надо сперва вот эту деталь удалить. Потом болты, видимо, открутить. Оно не откручивается. Прикольно. А как удалить тогда? Стопы, стопы, стопы. Я нажимаю, но там болты мешают. А, надо прямо на них точечно навести, офигеть. Еще что-то мешает, хотя болты я снял. А, там еще какие-то прокладки, видимо, офигеть. Еще что-то мешает. Можно приблизить. Так, смотрите. Удаляем стержни. И только после этого снимаем отвод. Теперь нужно подготовить мастерскую и приняться за латание. Погоди. Как отдалить камеру? И надо бы колесо снять. Тоже пока непонятно. Выйти из режима механика. Откройте панели рабочей станции. Колесико мышки. Офигеть, у нас тут прям рабочая станция, кузница. Чел возит с собой кузницу? Может быть, мы где-то в Африке находимся? Там тоже из подручных средств ремонтируют автомобили. Так, выберите деталь и почини ее при помощи мини-игры. Вот он, отвод. Как его чинить? Какой-то гаечный ключ. Он крутится, а... передвинуть влево, чтобы исправить элемент. Или отпустить ключ в указанной области для быстрого варианта. Прикольно, вот так это делается. Ну, получается, все сделано. Мы отремонтировали. Загрузить деталь обратно. Ну, давай пробовать. Так, установить. Yes. Немного поближе. Стой, стой, стой. Закручиваем. Мне мешается маленько вот эта труба. Ее вообще-то даже тут нет, я ж ее убрал. Плюс под подрубок воздушного фильтра нужно будет поставить на место. Так, прокладки. Это шайба называется правильно, да? Окей. Ну и теперь гайки. Вроде бы готово. Теперь давайте фильтр обратно поставим. И что удивительно, здесь, например, болты не нужно было откручивать. Он сам по себе снялся. Ну, тут готово. Возьмите домкрат из ящика инструментов. Угу. Ударный ключ, фонарик, зубило, домкрат. При помощи домкрата я смогу разобрать колесо. Окей. Подняли. Теперь режим механик, инспекция. Ну что, начинаем откручивать. Что? Что она не откручивается? Окей. Окей, блин, как это все запарно, офигеть. А что с колесом? Оно не выглядит спущенным. Типа, ну, обычное колесо вроде бы вполне себе исправное. Что с ним могло случиться, не знаю. А еще болтов вроде бы не хватает. Так, снимаем колесо. Теперь нужно подготовить мастерскую и приняться за латание. Расставить монтажный стол. Так, стоп. Может быть, верстак имеется в виду? Демонтируем ненужные детали и осмотрим нишу. Демонтируй все поврежденные детали. Стой. Но эта деталь повреждена? Нажимаю инспекцию. Да, она только колесо повреждено. Вроде бы ступица переднего колеса нормальная. Так, попробуем сперва колесо отремонтировать. Так, только как его ремонтировать? Надо разобрать полностью колесо, офигеть. Так, обод колеса снимаем. Шина. Пора начать ремонт, хорошо, что есть запчасти. Как начать ремонт? С помощью, наверное, опять же, кузницы. Только ремонтировать колесо... Плохой ход. Почему только ремонтировать колесо на кузнице? Это странно. А как ремонтировать? Ну, установить.
Найди запчасти на близлежащей территории. Вот, оказывается, что нужно сделать. Офигеть, а я что-то не прочитал. Там есть заброшенные обломки. Может, мне повезло, я найду в нем подходящие гайки. Но я сюда уже ходил. Порядок, я могу закончить монтаж колеса. Вот для чего нам нужен был этот ящик. А теперь мы будем ремонтировать детали в кузнице. Может, там, не знаю, диск помялся, и в этом проблема. Да вроде бы именно колесо. А что это за штука такая сияет? Ну, готово? Собери колесо на монтажном столе. Поехали. Ну, это было не супер сложно. Да. Установи колесо на грузовик. Ну, вроде бы, начинаю разбираться. Сперва ставим колесо, а потом закручиваем гайки. По-быстрому. Все, как новенькое, да. Положи все инструменты в ящик для инструментов. Вот, закрой капот. Инструменты давай. А не, подожди, сперва ж надо закрыть. Как? А почему курсора нет? Жесть, курсора нет. Я наводился, но потом я потерял курсор. Я не могу... Я не могу выделить. Эй, игра! А как? Escape не работает, кстати. Тихо. Вот. Курсор появился! Офигеть! Все. Так, нам же сперва сначала нужно с домкрата снять, да? Потом положить, получается, его обратно. Закрыть капот. И можно ехать. Грузовик починился. Чем раньше я выйду, тем лучше. Жесть. И как часто такое будет происходить на ходу, что придется ремонтировать грузовик? Барт, я знаю, ты не терпишь ездить с пустым кузовом, поэтому у меня есть подработка. О, круто, что я должен сделать? Возьми научное оборудование с двух исследовательских станций. Оно должно быть надежно закреплено, но будь осторожен. Эти вещицы хрупкие и дорогие. Конечно, я прослежу, чтобы ничего не случилось. Спасибо за левак. Нет проблем. Так, я хочу кое-что сделать. Отфоткал грузовик для превьюшки специально. Ну все, отправляемся. Давайте посмотрим, где вообще это. Жесть, то есть нам... А мы сможем где-нибудь тут срезать возле реки? Хотя как я тут проеду, только если как-то вот так, вдоль русла. Потому что здесь поворачивать и такой круг делать не очень выгодно. Почему здесь тоннель не прорубили, я не знаю. Ладно, давайте доедем до реки, там посмотрим на дорогу. Если что, поедем по бездорожью. Не сильно хотелось бы, но что поделать. Просто кругаля такого дикого наворачивать желания нет. А еще мы заработали 5 опыта из 2000. Нормально. Можно было бы по горам попробовать промчаться. Хотя там все равно озеро будет тоже. Так что это не катит. Надо доехать до моста. Ой, слушай, я думал, река будет шире, а тут прямо она маленькая речушка. Ну что, рискнем, поедем по горам, по холмам. Не, наверное, я там все-таки не проеду. Хотя, что бы не попробовать. Давайте, вроде машина едет сюда. Она врезалась во что-то? Там невидимая стена. Так, как переключить заднюю, ага. Несмотря на то, что коробка автомат, заднюю передачу все равно включать нужно. Тихо. Снова первая, вперед. Похоже, все-таки придется маленечко круг делать. Че, опять что-то случилось? В чем проблема опять? Алло. Надо бы это исправить. Тормоза, похоже, полетели. Похоже на тормозные... Вряд ли тут диски, наверное, барабаны. Так, хорошо. Придется снова домкратом поднимать машину в любом случае. Что-то часто она ломается, вам не кажется, а? Ну, поехали откручивать. Будем разбираться, что это произошло. Может быть, из-за того, что я в гору пытался заехать. В этом-то и проблема. Так, оно под этим находится, да? Под ступицей. Крышка ступицы. Оно находится внутри... Подожди. Да, оно прямо тут. Надо все тут разобрать. Офигеть. А сразу
комплексом снять нельзя. Барабан сломался, это барабановые тормоза, по всей видимости, я думаю. Ладно, придется все разбирать досконально, что поделаешь. Готово? Готово. Цилиндрический подшипник, ступица переднего колеса, и вот она проблема. Маслоуловитель в сборе. Знать бы, как это разобрать. А как снять? Надо сперва расширительные шпильки, потом вот эту штуку. Так, там у нас получается внутри какой-то... Вот, болт. Теперь должно сняться. Ну, наверное, так прям сильно и не можно было бы и не разбирать колесо, но что поделать. Нам нужен снова кузница. Где эта неисправная часть? Я что-то ее не вижу тут. А я не вижу неисправной части. А она вообще, подожди, тут есть? Может быть, верстак поможет? Комплексная деталь. А, ее тоже нужно разобрать? Офигеть. Тоже по частям? Офигеть. Я думал, можно целиком ее починить. А тут прямо целая куча болтов еще. Вот это усложнено. Вот это усложнено. Жесть. А где еще? Что-то я не вижу. Вроде бы все болты открутил, разве нет? Ну, естественно, с обратной стороны еще. Неужто УЗИЛа такое сложное устройство колес? Офигеть, я бы никогда не подумал. Вот она, эта деталь. Ну, теперь-то можно ее починить, уж точно. Ну, это тормозная, да, часть барабанных тормозов. Там они расширяются внутри барабана, и машина тормозит. Редко сейчас используется такая система. Хотя на «Жигулях» старых их использовалось. Ну, вроде бы все сделали. Починить поврежденную деталь. Так я ж починил, да, все. Все детали починены. Осталось все это дело собрать. И можно будет ехать дальше. Да, готово. Соединяем. И начинаем закручивать. А что, здесь нельзя? А, оно внутри прямо находится. Это больше похоже... Это клепки. Это даже не болты, это клепки просто. Так. Так. Блин, а почему центральная часть тут не очень удобно подбираться вот к этим частям? В принципе, возможно, но приходится прямо изворачиваться, перекручиваться. Сделали, да? Мы починили. А это что такое? Лопата, а это что такое? О, эти детали могут пригодиться. Конечно. Я сразу обратил внимание на эту штуку. Так, ну что, колесико, будем ремонтировать тебя. Поехали. Останавливайся. Мне кажется, я что-то слышал. Что там такое? Сейчас лев выпрыгнет какой-то или слон? Кто здесь? А! Меня что, убили, что ли? Уф, чертовски болит голова. Зачем кому-то нападать на меня в таком месте? Пора отправляться в путь. Где я оставил фонарик? Доставить груз, проверить насос в шахте, поднять груз с озерной станции. Стоп, а где вообще дорога? А где машина? А я не в ту сторону вышел. Так, ладно. Супер темно, нифига не видно. Фонарика тоже нет. Может быть, он в машине лежит? Не, нафига на меня... А, у меня деньги забрали. Понимаю. Хотя у меня не было вроде денег. Чем от меня нужно было? Ладно, надо чинить. Только нифига не видно. А можно в машину залезть? Не могу войти, блин. Я бы залез в машину, включил бы фары. Подожди, удалять я не хочу, мне устанавливать нужно. Отлично. Отлично.
В темноте, но не в обиде, хотя в обиде. Меня кто-то по голове стукнул просто так. Давай уже закручивайся. Еще крышка ступицы. Колесо наконец-таки и... Надеюсь, в следующий раз колесо меня не подведет. Ну потому что, ну сколько можно ломаться? Это ж невозможно. Все. Закрываем капот, убираем домкрат. Складываем его сюда и поехали. А, нужно удалить мастерскую. Все удалил. Зажигание не работает. Да вы издеваетесь, опять что-то сломалось. Ну хотя бы фары, блин, включить можно. А, когда выходишь, они выключаются. Как фонарик врубить? Стойте, я попробую все клавиши нажать и попробовать включить фонарик. Ни одна кнопка не отвечает за фонарик. Да это какой-то ужас! Зачем я вообще взялся за эту развалюху? Найти проблему, да тут... Оборванные провода. Это нужно собрать заново. Ладно. А, зачем я это? Подожди. Распределитель. Мне нужно... провода удалить. Еще один. Вот этот. Как бы подобраться к нему? Подожди. Какой? Самый крайний. Вот этот. Починить поврежденную деталь. Больше поврежденных деталей нет. Похоже, придется снова ставить кузницу. И чиним провода теперь. Жесть. Как можно человека отправлять работать на таком? Не, ну ЗИЛ неплохая машина. В свое время на ней работали сотни тысяч человек. И она исправно выполняла свои обязанности. Но за ней ухаживали. Я знаю, что люди любили свои машины, которые работали на ней постоянно. Для них это был... машина была как член семьи, как что-то родное. А тот, кто ухаживал за этим грузовиком, он явно вообще за ним не ухаживал. Так, установить. Я должен об этом сообщить, это не шуточки. Да вообще, конечно, не шуточки. Джейн? Эй, есть кто? Радио сломалось? В чем дело? Мне уже страшно. Радио сломалось, блин, меня по голове бьют, то и дело. Что творится? Супер темно, нифига не видно. О, я наехал на камни, которых я... которых я даже не видел в темноте. Ладно, пока будем просто ехать по дороге. Срезать я точно не буду. От греха подальше. Ну, потому что фиг его знает, что там может еще произойти в джунглях. Что еще может сломаться. А еще интересно, какую максимальную скорость сможет развить грузовик. Ну, километров 60 хотелось бы хотя бы ехать. А не 30. 3000 оборотов. А давайте попробуем, пожалуй, на... на механике поехать. Так, вторая передача сейчас. Отлично. Третье. Оборотов пока маловато. Я бы четвертую включил. Ладно, попробуем четвертую. Мне надо поспать. А если третью? На третьей, да, пободрее. Пободрее идет. Что это такое? Что это такое за место? Может припарковаться тут? Место для ночевки. Тихо. Превосходно. Я здесь потерял слишком много времени. Едем. Ну, прикольно. Продолжаем наше путешествие в надежде на то, что эта штука нас не подведет. Но, тем не менее, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Довольно такой комплексный симулятор. Прикольный. До новых встреч, удачи, пока, счастья вам и ухаживайте за машинами, за своими, блин, потому что это безобразие, пока.